Кажется, что это вовсе и не митинг. Горожане танцуют. Здесь несколько тысяч человек. Молодежь, рабочие и ветераны предприятия «Уралазбест» не собрались, чтобы выступить в защиту Хризотила. Сегодня у нас праздник, день защиты Хризотила. Пришли поддержку предприятия, чтобы наш Хризотил дальше добывали и перерабатывали, перепродавать, и наш город процветал. «Уралазбест» является мировым лидером по производству хризотила. К тому же предприятие градообразующее. Люди боятся потерять работу. А такое может произойти, если хризотил внесут в список опасных веществ. Эта тема сейчас активно обсуждается в мировом сообществе. В ближайшем будущем, именно в мае 2015 этого года, у нас будет Роттердамская конвенция в Женеве, где хризотил, вопрос о включении хризотила в запретительный список. Участники митинга уверяют, в природе существует два вида минерала – хризотил и амфибол. Последний может вызвать рак. А вот хризотил менее опасен. Но при работе с ним нужно соблюдать меры безопасности. Поэтому уральцев поддерживают коллеги из Казахстана. Известные нам научные исследования доказывают, что контролируемое производство хризотила, контролируемое использование его не является смертельно опасным, не носит угрозы для нашего здоровья. «Уралазбест» присоединился к общей акции. По словам организаторов, подобные митинги прошли в Мексике, Канаде и Бразилии, в тех странах, где добывают и обрабатывают минерал. Глава «Уралазбеста» является президентом международного движения «За хризотил». В этом году он поедет в Женеву, чтобы передать европейскому сообществу мнение уральцев. И сегодня вы здесь для того, чтобы сказать «нет» тем, кто говорит, что наш город – это мертвый город, что наш город не имеет никаких перспектив. Перспективы – это наша молодежь, которая здесь сегодня. Жители «Уралазбеста» надеются, что хризотиловое производство не закроют, и несколько тысяч человек не потеряют работы, как и сотрудники этой отрасли по всей стране. Мы соберем всех 50 тысяч наших работников и гордо заявим, что «Уралазбест» будет жить, жил, и мы будем только процветать. Александра Подубная, Екатерина Кузнецова, Интер ТВ.